В 2012 году инсульт разделил жизнь Алексея на «до» и «после». Сначала двухнедельная кома, потом долгое восстановление, но вернуть подвижность конечностей все равно не получилось. Вся забота по уходу легла на его маму. Женщине едва хватает денег на еду и лекарства. Облегчить жизнь помогла бы пенсия по инвалидности, но в ней уже много лет отказывают. Мне нужно решить вопрос, чтобы его два раза в год клали в больницу на реабилитацию и помогли установить инвалидность, чтобы он получал хотя бы какие-то деньги. Это уже лекарство. За помощью Людмила обратилась к Владимиру Бурматову. В приемную к депутату семья приходит не в первый раз. Ранее парламентарий помог добиться социальных выплат на сына. В том, что здесь не откажут в помощи, женщина уверена. И была права. Депутат взялся за проблему и намерен в кратчайшие сроки ее решить. Вот этот вот футбол из кабинета в кабинет, эти унижения, с которыми приходится им сталкиваться, и так находясь в очень непростой ситуации, они просто их подкосили, поэтому мы сейчас включились в эту историю и поможем оформить этому парню инвалидность для того, чтобы, ну, хотя бы какая-то поддержка социальная от государства им шла. Приемы граждан Владимир Бурматов проводит всегда лично. Выполнение работ держит под собственным контролем. За 5 лет было принято 21 тысяча обращений. Большую часть проблем удалось решить. По остальным работа продолжается. Информационная служба 31 канала.